В Москве завершается международная выставка «Транспортная неделя». Завтра будут подведены ее итоги, а накануне состоялся деловой завтрак с федеральным министром транспорта. В нем принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. На этой выставке свои экспозиции развернули ведущие предприятия, работающие на транспортную отрасль. Презентация современных материалов для строительства дорог, новых технологичных разработок для метрополитена, инновационных систем для слежения за автомобилями. Всего не перечесть. В этом году в международном форуме принимают участие около 300 компаний. И все представили последние научные достижения в сфере транспортной индустрии. Особое внимание участников привлекли проекты реконструкции региональных аэропортов и строительства новых магистралей и мостов федерального значения. Кроме того, за деловым завтраком обсудили, как российские субъекты реализуют программу перевода транспорта на газомоторное топливо. Для Чувашии это приоритетный проект. Мы в целом интенсивно в этом направлении ведем работу. На сегодняшний день уже ряд предприятий по Чувашской республике уже закупили технику. Это Чуваш Автотранс, это предприятие Сеспель. И уже на подходе ряд муниципальных городских предприятий, которые также принимают участие в этом направлении. Еще одна тема – строительство высокоскоростной магистрали по маршруту Москва-Казань. Уже в январе следующего года должны завершиться проектные работы.